что 2020 год войдет в мировую историю как год пандемии коронавируса, и мы уже никогда не будем прежними и вынуждены расстаться со многими своими привычками. В нашей сегодняшней программе мы в очередной раз поговорим о коронавирусе, о симптомах и профилактике этого инфекционного заболевания. Поехали! Симптомы, то есть повышение температуры тела, озноб, кашель, головная боль, мышечная боль, также может быть диарея, чихание, кашель. То есть если человек чувствует уже какие-то симптомы, то конечно, можно позвонить в службу 118, если вы почувствовали слабость, головную боль, то стоит изолироваться дома, то есть в отдельной комнате, если вы живете с семьей, то есть иметь отдельную посуду, отдельное полотенце, то есть вы можете также обратиться в поликлинику по месту жительства, чтобы вас посмотрел врач и сказал, какая тяжесть или степень у вас болезни. То есть, если у вас легкое течение, то вы можете лечиться амбулаторно, то есть это на дому, в изоляции. Если по клиническим симптомам у вас идет гипоксия, дыхательная недостаточность, то уже следует госпитализироваться. То есть это определяет врач по вашим клиническим симптомам. Чтобы не заболеть, нужно носить средства индивидуальной защиты, то есть это маска. Маска эффективна, если вы будете чаще мыть руки. То есть надо мыть руки после прогулки, после магазина, после транспорта. То есть грязными руками не стоит дотрагиваться до лица. Маску надо менять через 2-3 часа каждый. Вот. Также можете дома проветривать свою комнату. Вообще в целом помещение, где вы работаете, может быть. Также нужно проводить влажную уборку. Вот. И то есть поднимать иммунитет. То есть это закаливание организма, выходить гулять, заниматься физическими нагрузками, то есть спорт, также полноценно, разнообразно, калорийно питаться. Вот все эти меры профилактики, если будете соблюдать, то сможете защитить себя и свой организм. Вот уж никогда не думала, что однажды буду учиться правильно мыть руки и буду учить этому вас. В последние годы, кстати говоря, в мире очень активно отмечается специальная аккордная памятная дата – День чистых рук. Врач-эпидемиолог Аим Деркимбаева показала и рассказала нам об основных правилах мытья рук. Смотрим и запоминаем. С некоторых пор вот мы стали встречать вот такие вот аппараты, а им, да, в наших медицинских учреждениях, в госучреждениях, в магазинах. А что это такое? Что это за техника такая? Как ею пользоваться? Расскажите, пожалуйста. Называется локтевой дозатор. А, локтевой, значит, да, сразу. То есть локтем нужно надавливать и... Это то есть... специальное дезинфицирующее средство, да? Да. И как много, как много мне сюда наливать этого средства? Ну, около 3 миллилитров. То есть не то один есть... раз нажать, а может быть парочку, да? Три раза, два раза. Сейчас у меня уже в руке вот достаточно вот так вот этой жидкости, да? И потом просто-напросто ее надо растереть по рукам, да? И вот так правильно? Или надо еще и между пальцами это делать? Между пальцами тоже, да, желательно. Тоже обязательно, да? То есть вот так обрабатывать? Провестись через, на каждой пальчике, чтобы прошло. И, значит, при этом
При этом жидкость должна испаряться с рук, да? Да, чем больше антисептика, потом... тем лучше. То есть должна выстояться экспозиция. То есть хотя бы 2-3 минуты она будет сохнуть. Вот это испарение должно произойти на руках. Да. И нельзя вытирать потом полотенцем, да? Да. Вот так. И таким образом мы уже можем считать, что наши руки дезинфицированы. Да. Да? И как часто надо обрабатывать вот именно этим средством, например, находясь на рабочем месте? Надо обрабатывать, если есть необходимость, то есть перед едой, после уборной. То есть после прогулки вы можете обрабатывать свои руки, на улице вы можете обрабатывать, когда держите, например, заходите в магазин и оплачиваете вот, наличными средствами, да, деньгами. То есть после этого вы можете обработать руки. То есть вообще антисептик, он предназначен для того, чтобы если у вас рядом нету мыла, если вы находитесь на улице, на работе, если у вас там вода не идет, крана нету, то есть условий нету, то вы можете обрабатывать руки антисептиком. Но ведь есть еще и другие антисептики, которые продаются в аптеках, они вот в форме дезодорантов, да? А как вот можно, у вас есть с собой такой дезодорант, показать? Необходимо его с собой носить? Есть. А в маршрутках там, я не знаю, в магазинах, некоторые выходят из магазинов, например, сразу пшикают себе. Эффективность вот таких средств, она тоже хорошая, высокая? У нас вот у врачей лично мы всегда носим, потому что не всегда удается добраться до антисептика. Если у нас такие экстренные манипуляции, то мы можем быстро попшикать, то есть обработать свои руки. Но вообще не рекомендуется таким распылителем, то есть он вот такой распылитель. Так как он неравномерно распределяет по руке, поэтому надо очень много раз, да, чем, например, здесь вы можете 2-3 раза нажать и получить большое количество антисептика. Здесь для этого нужно хоть 5 раз. Я получила большое количество, распылила. Но видите, что плохо, он у меня быстро высыхает. То есть я уже чувствую, что он уже сохнет на руках. Она очень удобна, если под рукой нету такого антисептика. Ну, конечно, я в любом случае обработала свои руки. То есть какой-то процент у меня вирусов, бактерий исчезло. Мне вот было бы коронавируса, может быть, бы мы никогда и не научились правильно мыть руки. Спасибо вот этой ситуации, что она нас учит делать это все правильно, своевременно, для того, чтобы защищать себя от инфекции. И вот сейчас Аим покажет мне, как правильно мыть руки. Она должна течь вот так вот, да, непрерывно. Да, то есть не на максимальную, вот. Да, скорость. Ага. Не на максимальную, да, да, чтобы экономить. Да, это средняя. Вот чуть-чуть мы ее. И теперь я правильно. Вот да, то есть вторую руку можно не использовать. Да, и вот теперь это мыло мы размыливаем. Да, размыливаем. Угу. То есть у нас рекомендуется 20 секунд мыть руки, то есть пройтись по каждому пальцу, межпальцев. То есть у нас есть... Да, в жизни никогда я так руки не мыла, если честно. Есть 5 этапов, то есть вы набираете, вот через каждые пальчики вот, вы должны вот так промыть, вот так. Да, то есть так, каждый пальчик вот так еще промыть. А, еще вот так каждый палец, да? Вот, так. Вот второй пальчик тоже надо промыть. Ага. Вот это место промыть. Да. И потом отдельно каждый, да? Вот да, и надо вот промыть эту часть. Еще вот эту часть. Да. Вот этого я никогда не делала, честно скажу. Вот. Вторую, да, локоть. И вот так, да? Да. Так, и моем вот ну до такой. Да, то есть мы запястье тоже берем. Запястье тоже берем, да? Угу. Вот смотрите, мамочки, как надо мыть руки, учите своих детей, потому что это очень важно, какими руками наши дети вот, едят в столовых школьных. Да, вы можете еще да. Вот эту еще, часть еще помыть. Еще вот так вот, вот. Да, еще вот так. Боже, с другой стороны еще. Да, это очень серьезная процедура тоже. Да, и можете и уже все, и смываете. Да? Вот. Да. И вот смываем. Смываете, рукой не закрываете, берете салфетку, закрываете кран. А, даже вот так, да? Да. Ну да, правильно, потому что к этому крану прикасаются еще и чужие руки. Да, вот. Но перед мытьем рук вы же не обрабатывали, поэтому тоже там да. Осталось. Ну, поскольку я бываю очень часто в медицинских учреждениях, мои руки уже настолько прямо вот вытерты, вымыты, прямо вот, я не знаю.
Прямо там надо взять салфетку. И вот теперь выдергиваем салфетку и закрываете. Закрываем. Да, выбрасываете. Выбрасываем. Вот эту салфеточку выбрасываем. И берем новую салфетку. Да, и уже можно насухо вытирать. И теперь уже насухо вытираем. И вот это можно сказать, что процедура мытья рук Завершилась.